Сейчас здесь стройматериалы и поваленные кустарники, но совсем скоро на этой территории появятся прогулочные дорожки с теневыми навесами, игровые площадки и даже небольшой огород для детей. А вместо бетонного каркаса – трехэтажное здание с разноцветным фасадом, которое вместит 250 детей. В городском округе продолжают строительство нового детского сада на улице Парковой. На данный момент строители приступили к возведению третьего этажа и начали подключать здание к инженерным сетям. В этом секторе мы выходим уже к 10 мая, выходим на покрытие, скажем так, там уже начнутся работы по парапетам, и, соответственно, за ними сразу пойдет кровля. Как только парапет у нас заканчивается, мы на эту часть выходим фасадами. Сроки у нас очень сжатые, мы планируем до 15 июля завершить все строительно-монтажные работы. Работы идут строго по графику. По словам строителей, так будет продолжаться и дальше, если не возникнет непредвиденных обстоятельств. Благоустройство прилегающей территории пройдет параллельно с основным строительством. Так что в середине лета детский сад передадут управлению образования. Последний месяц лета отведут на получение лицензии, набор персонала, подготовку групп. Детский сад планируют открыть уже в начале сентября. Ксения Брагина, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.